К другим темам. Первый заместитель главы госадминистрации Бендер провел очередной прием граждан. Круг вопросов достаточно широкий. Они касаются социально-экономического положения пенсионеров, недоработок в жилищно-коммунальной сфере, ненадлежащего состояния внутридомовых территорий, подвальных помещений, самовольных построек и других проблем. Часть обращений коллективные. Как отметил Александр Царан, многие из них требуют вмешательства органов государственной власти. Мы видим действительное состояние наших сегодняшних людей, которые к нам обратились с заявлением, это в основном пенсионеры, инвалиды. Все вопросы будем рассматривать в первоочередном виде, параллельно отрабатывая всеми службами. Как отметил Александр Царан, на возможность быть выслушанным может рассчитывать каждый житель города, а власти будут оказывать им всестороннюю поддержку.